Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Первое заседание суда в Ростове-на-Дону, по сути, дело Павла Гриба перенесли из-за технической ошибки прокуроров. Павел Гриб останется под арестом до 22 октября 2018 года. В качестве доказательства обвинения в терроризме используют не оригинал, а перевод его переписки с девушкой соцсетей. Адвокаты называют это фальсификацией. Подробности в сюжете Ольги Михалюк. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест Павла Гриба до 22 октября этого года. Дело украинского политузника российский суд вернул прокурору на доработку. Причина в технической неточности. В обвинительном заключении, которое прокурор зачитал в суде, была указана старая редакция 205 статьи Уголовного кодекса России о терроризме. Она предусматривала до 8 лет заключения. А сейчас действует новая санкция этой же статьи, она уже сочинена, там санкция подразумевает до 10 лет заключения. И из-за этой неразберихи судьи, собственно, вернули прокурорам обвинительный акт, а самому Павлу Грибу судьи этим же постановлением продлили срок содержания под стражей, то есть срок ареста еще на 3 месяца. На предварительном слушании, которое проходили по делу, защита на это неоднократно обращала внимание. Однако по непонятным причинам в суд поступили неправильные документы. На заседание поехала мама Павла. «Это единственный шанс увидеть сына», — говорит отец Игорь Гриб. На свидание с политзаключенным родственников не допускают. По внешнему виду, который оценили люди, пришедшие на этот суд, Павел страшно исхудал, у него зеленоватый цвет лица. Ведь за все это время он не получал никакой медицинской помощи, находится под страшным прессом следствия. Он был избит при перевозке из Краснодара в Ростов. Украинец Павел Гриб 24 августа прошлого года уехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Домой не вернулся. В сентябре стало известно, его содержат в следственном изоляторе Краснодара. Со слов парня, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем перевезли в Россию и обвинили в подготовке к теракту. Сейчас Павла Гриба продолжают удерживать в СИЗО в Ростове-на-Дону. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, ЮАТВ. Владимира Балуха этапировали из симферопольского СИЗО в раздольнинский изолятор временного содержания. Там незаконно осужденный украинец будет знакомиться с материалами дела для подготовки к апелляции. Об этом ЮАТВ сообщил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз. Сколько продлится предапелляционное ознакомление, решит суд. Балух просит по возвращению в СИЗО перевести его в менее населенную камеру. Он просил его перевести хотя бы в двухместную камеру для того, чтобы был более щадящий режим для продолжения, он же голодовку продолжает. Потому что в общей камере там более 10 человек, и для человека, который находится вот в таком режиме голодовки, это доставляет дополнительные нагрузки. Владимира Балуха в аннексированном Крыму российские силовики задержали в декабре 2016 года. Его необоснованно обвинили в хранении боеприпасов, позже якобы в избиении начальника СИЗО. По сфабрикованным обвинениям суд приговорил украинского фермера суммарно к 5 годам лишения свободы. Правозащитники заявляют, крымчанин стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Один обстрел позиции объединенных сил совершили оккупанты по состоянию с 7 утра до 6 часов вечера, сообщают в пресс-центре штаба. Боевики применили ручные противотанковые гранатометы. Украинские военные полностью контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня. Уничтожать блиндажи противника тренируются в зоне проведения операции объединенных сил украинские спецподразделения. Они созданы по распоряжению командования. Их главная задача – помочь найти и уничтожить бронированные объекты и укрепления пророссийских боевиков. Учения армейцы организовали на полигоне в Донецкой области, чтобы в случае необходимости выполнить боевое задание. Противотанковые подразделения в районе проведения операции объединенных сил выполняют задачи по уничтожению бронированных целей противника и его укреплений. Мобильность, маневренность, скрытность – это главные качества бойца. Противотанкист должен быть очень смелым, преданным и патриотом своей страны. Потому что, как говорят о нас, живем красиво, но недолго.
Четвертую годовщину освобождения от боевиков отпраздновали жители Попасной Луганской области. Операция длилась 4 дня. При освобождении города бойцы вооруженных сил Украины и батальона спецназначения Национальной гвардии Украины уничтожили более 100 террористов. В городе провели выставку военной техники и вооружения, а всех желающих угощали солдатской кашей. И хотя сейчас Попасная находится всего в нескольких километрах от линии разграничения, в город вернулась мирная жизнь. Работают предприятия, школы, восстанавливается инфраструктура. Уменьшить количество торговых операций с российскими портами и ограничить заходы российских судов в украинские гавани. Такие санкции против РФ готовит Украина из-за блокады Азовского моря. Министерство инфраструктуры Украины инициирует проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны по данному вопросу. В мае Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения учебных стрельб. С конца апреля российские пограничники задерживали украинские суда в Азовском море более 100 раз. Великобритания может покинуть ЕС без согласования с европейскими странами. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Брюсселю и Лондону не удается уладить разногласия относительно нового торгового соглашения и регуляции единственной сухопутной границы Соединенного Королевства с ЕС между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Британские законодатели настаивают на жестком плане Брексита без создания общего свода прав с европейскими странами. Акрополь и Парфион окутаны дымом. В Греции к западу от Афин вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по лесу и небольшим поселкам. В населенных пунктах сгорели несколько домов. К тушению пламени в регионе привлечены 4 самолета и 2 вертолета. На земле с огнем борется 110 пожарных. Информация о пострадавших не поступала. Шарики, фокусы и мыльные пузыри. В рамках благотворительного проекта «Больничная клоунада» во Львовскую областную больницу «Ахмадет» в гости к детям пришли клоуны. На сеансе смехотерапии побывали и наши корреспонденты. Клоунский мастер-класс для группы львовских новичков проводили ровенские активисты. В программе «Базовые принципы смехотерапии». Чем лекарняный клоун помогает? Поддерживать моральный дух. Чем больничный клоун помогает? Это поднять моральный дух. Это работа не только с детьми, а работа с родителями, с медперсоналом. Тогда лечение проходит легче. На занятии учились выражать эмоции без слов с помощью мимики и жестов. Николай – программист. Когда увидел объявление в Фейсбуке о наборе в группы больничных клоунов, записался сразу. Любой человек, который болеет, а особенно ребенок, когда он один в четырех стенах со своей болезнью, это очень трудно для них. Они хотят радости. После однодневного занятия львовские клоуны пошли к детям. Пациенты Ахмадета с разными диагнозами. У вас тут микрофон. У вас здесь микрофон немного грязный. Куда? Дети очень радостно воспринимают. Дети приняли нас очень радостно. Мы сразу включились в работу. Хотя, возможно, не все так происходило, как мы планировали. Но атмосфера здесь замечательная. Эмоции переполняют. На душе стало так радостно. Я хочу быть в будущем барабанщиком и гитаристом. Супер! Мне понравились пузырьки и шарики. В больнице клоуны провели 2 часа. Это первая подобная акция во Львове. В планах посетить пациентов других учреждений города и детдома. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮАТВ. Оперативную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.